Так. Азбука Морзе. Угу. Ты там читала всякую эту, как пользоваться этой херней? Я про антенны ничего не читала. Что-то частота какая-то здесь. Нужно какую-то частоту вбить, и типа на нее мы сможем плыть, что ли? Четырнадцать шестьдесят два. Типа мы правильно идем или нет? Или нам типа вон в ту сторону нужно? А, ну вот, типа, мы куда-то плывем на синюю точку. Не знаю, что это за синяя точка. Ты тут ничего не чинил? Не, а что надо? Я найти не могу. А, нашла. Ну, короче, у нас здесь какая-то точка, и вот именно в том направлении, куда мы сейчас плывем. О, остров! И типа плыть нам надо туда не хило. Там остров, там где я стою. Вроде. Если мне зрение не... Бляха-муха, или это не остров? Да не, не остров. Это остров, две коряги. А мне кажется, вот это тот, от которого мы только что уплыли. Я как раз там прыгал уже, он высокий был. Да. Ну, не знаю. Ну, мы потихоньку приближаемся к какой-то синей точке. Мне кажется, нам нельзя менять маршрут. Синей точке? Не знаю, синяя точка какая-то. Вот я вижу брошенный корабль. Плот? Плот. Немного древесины в его сторону. Так, у меня, блин, забито все, весь предел всяким хламом и мусором и прочее. Пойду расхламлюсь по быричу. Сок лианы. Вот отсюда хотя бы выложить. Есть ячейки. Ой, да доедай уже, доедай. Чё, не? Спасибо. Камень, хлам, рецепт, фруктовое ассорти. У тебя такой рецепт был? Угу. Понятно. Ну, можешь все равно на кухне повесить. Как картину будем вешать рецепты, да? Да. Бутылочка есть. Так. С этой стороны достроил, с этой стороны достроил. Все отлично, весь со всех сторон достроено. Теперь в эту сторону корабль шо, сука, грызть собралась, а хер тебе. Ну, кстати, я так понимаю, это... Типа, железным копьем ты в два раза быстрее убиваешь акулу. Потому что я сейчас два раза ее пырнул, и она отстала. Бля, а с радио прям приятней стало. Такое это, движуха. Ага. Кайф.
Так, будем водоросли теперь плавить. Где вот у нас тут листики были? Так, окей. О, бочечка. Какой-то большой остров. Еще, кстати, я хотел одну печку собрать. Вроде мне даже все под нее было. Веревочки. Да, вот они, камушки. Так, что там надо на печку было? И хлам. Запарил ты тут уже плавать, сука. Я не тебе. Это мало ли. Ауч. Кстати, островочек-то. Или может мы его нахер? Смотрелся на остров. Ну, кстати, пока можешь пособирать, она со мной тут. Да, я тут это... Мне выложиться надо. Посмотрим, что там на этих координатах, где акула. У меня есть шанс сейчас, по-моему, сдохнуть от нее. Ну хотя у меня еды, воды все равно нет. Готово. Раз, два, три, четыре. Отлично. Короче, по-моему, лучший способ рыбачить — это, блядь, делать копье и хуярить акулу. Можно сейчас прожарить вот эти кусочки. Там одни уже жарятся. А, ну тогда положу, окей. Может, на гриле, с гриля съесть. Ну, я туда, короче, 3 куска закинул. Приснитель, опустель. Бочка, стой! Ну, вроде все. Залил неплохо. Чё ты?
пластик. Откроешь эти мармеладки. Вот есть пластик. И доски. Кстати, червячки не кислые. В смысле червячки не кислые? Чупа-чупс, эти радужные кислые. Червячки тоже должны быть. Или они, может, после чупа-чупсов уже такие? Не, я первые червячки открыла. Они такие кисло-сладкие. Ну, вообще, ну, то есть, а с Китоусом кислым это не сравнить. Приятненькие. Так. Меня так долго не было на корабле, а ты не заметил, да? Заметил. Я очень далеко за плотом чужим плавала. А где ты видела этот, чтобы акулу не грызла? Ну, гайд этот, типа, по борьбе с этой акулой пишет, а, то, именно что... в гайде. Я просто где-то встречал эту херню. Там спрашивали, что, типа, что делать, она постоянно, типа, хавает. Железо и гвоздь на вот этот арматуру нужно. Да, но надо укреплять сразу все, ибо потому что, ну, либо с середины начинать. Ибо некоторые делают, что края укрепляют, и она начинает... Середину жрать. Да, а там на середине всякие нужные штучки лежат. Да, да, да. Можно нос укрепить. Сейчас возьму гвоздь. А не, металл, металлический слиток уже. Блин, я скоро сдохну. Ни еды, ни воды. А, нет, вода есть. О, все, у нас нос металлический. Ну, это пиздец, сколько ресурсов, кстати, надо, учитывая, какой у нас, каких у нас размеров корабель. А что надо? Металл. О, блин. Много металла. Для начала надо построить то, что мы хотим, каких размеров. Я вот сейчас начал расширять жопку. Вот. В принципе, мне кажется, можно сделать жопу, по краям деревьев насажать, а в центре сделать пастбище, где животные будут. Как тебе идея? Мне кажется, все самое такое масштабное надо делать на втором и третьем этаже. Или вообще этаж еще достраивать, блин. Для животных чисто. Чисто под животных. Ну, не знаю. Либо вот этот второй этаж. Вот видишь, тут продолжение, как идет на козырьке. Ну, хотя это уже некрасиво будет. Да не, я думаю, вот здесь сделать жопу большую. Ну, единственное, пластика очень много нужно на него. Вот.
Короче, ладно, что-нибудь сообразим. Но мне бы хотелось сделать вот чисто, знаешь, вокруг сад. Да, большая площадка, вокруг сад, в центре животные. Прям загончик под них построить. Mm-hmm. Вот. А над ними можно сделать, если еще что-нибудь понастроить, туда, например, гнезда птиц наставить, чтобы чайки приземлялись, и мы там чаек отстреливали, убивали. И все остальное. Так, мы же правильно плывем, ну-ка. О, кстати, мы, слушай, а мы почти рядом. С точкой. Она у нас сейчас будет вот в том направлении. И уже совсем скоро. Ай! Акула проснулась. Ясно. Недолго музыка играла. А еще надо будет выращивать арбузы. Быстрое появление. Грязь, пластик, хлам, доска. Гвозди, шарниры. Охренеть. Лёш. Иди сюда. Наверх. Ща. Ча, ча, ча. А вот этот ящик. Пошуструйте. Да. Ещё у нас... Да погоди ты. Вот, все, бери. Если что-то надо. Ну вот дерево, да, прям вообще. Ох, это я ща, бля, настрою. О, я ща настрою. О, ща что будет? Так, где-то отдельно камень. Так, в принципе, я думаю. А мы животных много планируем? Знаешь, как детей, блядь. Не знаю. Ну, короче, ладно, если что, в сторону жопы будем расширяться. В жопу будем расширяться. В жопу, все в жопу. Так, раз, два, три. Так, раз, два. Три. Так. О, вижу эту станцию нехилую. Смотри, бля, она здоровата. Где, чё? Да ты глянь, там... Ёпты ж ты ж. Что-то мы мимо проплываем маленько. Ага. Это как ты нашел? По этому самому. Ну то, что я тут на крыше соорудил, где управлялка. Антенны и прочую вот эту херню, то, что строил. Это, я так понимаю, чтобы найти вот эту станцию. Надо смотреть еще какие-то координаты. Я так понимаю, судя по тем координатам, какие мы находим, мы можем находить другие какие-то объекты в море. Слушай, оно у нас течение несет сильнее, чем мы туда приближаемся. Надо, наверное, вот так вот поставить. Так, что там надо на якорь? Время пришло делать якоря. Якорь. Так, железный слиток, шарнир, веревка и доска.
Доска. Шарнир. Веревка. Так, веревки надо много. Жбаков, блядь, не отгрызал потом. И железные слитки. Сука! Одного не хватает. Вот, короче, железо плавить. Походу, железо здесь самый ценный ресурс. Чем мы к ним не приближаемся? Не знаю. Короче, надо бросать якорь, походу, и самим до него грести. Тут что-то акула плавает опять. В принципе, да, слушай, сейчас сделаю якорь. Бля, надо кушать и пить. Вот. Ну, сделать будет, якорь. Конечно. О, рыбка. О, вода есть. Воды полно. Воды полно. Рыба есть. Сейчас сделаю якорь, убью акулу, и мы можем сплавать на эту станцию, посмотреть, что там. Так, сохранить мир. Да, мы отдаляемся. Так. Якорь сделал. Лёш, а можешь крючочек мне сделать? Какой крючочек? Обычный. Ёпа мать. Или у тебя второго нет? А, я не понял, как ставить якорь. По-моему, якорь ставится на металлическую штуку. Или в центре должна быть дырка. Ну, ради теста одну штучку, например, я сломаю. Вот эту. А, вот так вот делается. Бросить якорь. Доски есть? Иди. Зачем? Сюда, тут починить надо. Краешек. Так, а это где ста... Ага, вижу станцию. Надо не плыть и плыть. Так, якорь я бросил, мы, по идее, не движемся. Хераси. Кстати, вокруг якоря надо будет, наверное, металлический этот делать, чтобы точно акула его не сгрызла. Так, ну шо? А куда плыть, а? Вижу. Ща, я вылежу, вылежу. Почему в эти моменты ты не записываешь? В смысле не записываешь? Я все записываю. А, все записываешь? Да, да. Я все записываю, все вылежу, все нормально. Так, лишнее все выкладываю. Рыбу возьми с собой, воды. Я думаю, здесь надо будет просто сейчас прям попить. Да возьми одну штучку на всякий случай. Я так до полного пожру. Ой, всё. О, тут как раз одна штучка. Всё, да у меня почти все полное. Сохранить мир. Так, вижу станцию. Где моя акуля? Акуля матата. Короче, ладно, я погнал. Шло время ее ебашить. Я не вижу. А, вижу.
Ты уже поплываешь, что ли? Нет. Она за тобой. Слушай, лучше посиди, чтобы она не путалась, кого кусать. Или за мной. Что-то непонятно. Какая-то она ебанутая. Да за тобой сегодня она была, блин. Убил? Три удара ей нанес, кстати, за одну эту. О, плывет. Убил? Нет, еще. А сейчас убил? Да нет, еще! Да убейся, да убейся, еще да убейся. Теперь убил. Раз, два, три, четыре. Все. Где станция? Ага, вижу. Плыви за мной. Да я тебя не вижу, я вижу станцию. Я вообще-то сзади. Окей. Музыка заиграла такая эпичная, как будто, знаешь, мы сейчас приплываем, там люди, они нас сажают на вертолет, мы уплываем, улетаем отсюда. Ну я вижу, кстати, ветряки. Интересно, а можно будет себе электрический генератор захерачить? Можно. Отлично. Провести электричество. Вообще шикарно. Ой, я видел там на кораблях сети эти, как в арке проложены. Даже под водой, блядь, по воин города. Лутаем! Как в этом. Инфестейшн. Так, а что я сейчас подобрал? Пластик, пластик. Заметки какие-то добавляю. Как я, что ли? Что-то не взял. I got you, Брюси. Брюси! Из этого, из Дашки. Что-то пока не обращаю спал. Внимание на ящики. Какие? А, будут тут всякие разные. Робби, bots gone, Брюси is after me, gonna stay here until I find a way off this place, Mike. Короче, их тут до хера жило, кстати. Какой-то shark named him Брюси. Брюси, это походу акулу зовут? Какую да. Ебашу. Да, Брюс это акула. Это типа по сюжету с этой в поисках Немо. А, понял, была, понял, да, да, да. И вроде в челюстях тоже. Ну, в челюстях Брюс. Я помню. Так, а как куда-нибудь еще перебраться, или это все? Перепрыгнуть, мне кажется, тут нереально. Нет, я перепрыгнула. А ты не знаю, как там. В смысле, перепрыгнуть, то за мной ты бегаешь. Я за тобой бегаю? Да ты за мной бегаешь. Ой, бля, я нырнул. Тут внизу. А ты никаких ни чертежей, ничего такого не находила? Один ящик нашел с досками там. Да за ящик я как. О, второй ящик нашел. И все, что точно ни хрена. А, посмотри еще, обрати внимание на какие-нибудь цифры.
четырехзначное. Ой! Что? А посмотри, может быть, если найдешь или обнаружишь какие-то четырехзначные числа. Цифры. Окей. Может быть, мы сможем найти новые координаты, куда нам надо плыть. Да, один. Тут камеры работают, двигаются. Нет ни хера. Какой-то шейный из Брюси. Лодочка. Брюси Боутс Гон. Брюси из Автомин. Он на стрихе антивайфай. The way of this place, Mike. Здесь были двое, Робби и Майк. За одним из них погнался Брюси. I got you, Брюси. И никаких цифр, чё-то тут нет. А ты перепрыгнула, нет? Ого. Я тут на самом... вверху. А как кто залезла, мать? Ох, это сложно сказать. А. Тут, короче, с разгончика везде надо. Да какой разгончик я так нашел, что тут запрыгнуть можно? Там, где вертухи. Он be back. Давай, поднимайся, тут много всякого умного лежит. Надо, чтоб ты взял. Я вижу пластик. Ко мне иди. Сейчас, погоди, какую-то записку еще нашел. Надо постепенненько все выобыскивать. Я даже не знаю, куда ты убежала. Тебе идти. Блин, самая высокая башня. Во-во-во, правильно идешь. Угу. Нет, там ты не запрыгнешь. Я понял, кажется, где надо. Да-да-да, да-да. Вот по ней, по тоней. Да-да-да-да. Блядь, куда ты? Да ща, погоди, здесь посмотрю, все. Там здесь ничего нету. Нет. Я уже что-то прошлась везде. Да, 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 с разбегу, да, да, да. Давай. Тут с разбегу на вот эту. Блять. Лёша! Ты чё? А тут чё? Цифры, ничего, коды, записки. Записки, цифры, коды. Коды, цифры, нихера нет. А вот эту хуйню как забрать с собой? Лёш! Ну сейчас, погоди, может откручу. Луна. Прям Кайо Перико. Вот, забираю тут столько записок этих. Это чего чертеж, я не пойму. Я тут еще фонарь. На столе. Утопия. На столе. Это что, какой-то город, что ли? На столе. Ну, погоди, дай посмотрю, что на этом. Видишь, какие-то какие-то дома, 4 штуки. Господи. Походу, это наша новая следующая цель. Ага, на столе возьми записку. Координаты какие у нас дальше?
Бля, прожектор спиздить нельзя? Смотришь, спиздить что там? Ну конечно. Я ж цыган. Нет, там нет ничего. Тут три тарелки и все. Не все получается, больше ни черта нет. Надо будет изучить записки тогда. Так, вопрос следующий. В какой стране наша водка? А, вижу. Погоди меня, а то я не доплыву. Конечно, не доплывешь. Тут уже где-то Брюси сейчас будет. Брюси там лоткнюсь, доедает. А ты где? Да вот не знаю. Во! Здрасте. Набор покрасьте. Ну вообще пол хп нету, ой, пол еды и воды нету, в принципе, можно будет и умереть, если полная. Что. Сейчас посмотрим, что в записках. Ну, в принципе, еще чуть-чуть, и у нас будет такая же станция на плаву. Мне кажется, фонари надо побольше натыкать, чтобы покрасивее смотрелся ночью. А, они издалека, кстати, все равно херово видно. О, Брюси. Херово видно. Вблизи только. Так, чё? Так, пока не убираю якорь. А, чертеж налобного фонаря. Стекло. А, интересно, как посмотреть... Ой. Так, как посмотреть записки, интересно. Ты ее берешь в руку, ну, на быстрый слот, и приближаешь. Скорее всего, так. Ну, если она у тебя в инвентаре. Я прав? Не совсем. У меня в инвентаре только ужин и закулок, как приготовить. И чертеж, эти записки куда-то в другое место зафиксировали. Сейчас, предыдущее. Открыть чат, инвентарь. Это третьего лица, интерфейс, информация об игре. Показать, открыть блокнот, вот. Нужен блокнот. Ёб твою мать. Радиовышка. Есть еще координаты на 8006. Так, я так понимаю, нам дальше путь на 08006. 12 декабря. Уже 2 месяца мы работаем над этими реакторами. 2 месяца мы трудимся ради спасения мира, а нам даже некому рассказать свою историю. Наши имена не важны, нам всем дали прозвище после того, как прораб проболтался об испытательном проекте на Севернем полюсе. Как будто это что-то меняет. Как будто кто-то из нас может... хоть что-то сейчас изменить. Синица стала очень подозрительной после первой презентации. Особенно касается... Очевидно, что прототип очень далек от стабильности. Нигде не упоминается, что случилось с китайской командой, которая была до нас. Рен, по идее, был с ними, но молчит. Филин промямлил что-то в поломке в системе охлаждения, но прозвучал фальшиво. Я не стал на него давить. По крайней мере, работаем на сухом месте. А январь. Здесь бы, где мы... Наш единственный ориентир — радиовышка вдалеке. 16, 20 и 8 отказались сегодня после трех дней испытаний. Ядро 16-го горело так сильно и быстро, что прожгло колодец. Топливные стержни уплыли в океан и будут гореть еще сотни лет. Синица замеряет уровни радиации после каждого испытания.
Ой, февраль, Рен на нас настучал, начальство взбесилось, они знают, что мы специально задержали работу на 12 на 4, до нас выбрасывали, знаете, какой, блядь, полезной информации, в принципе, здесь нет. Это уже от тебя, да? Да. Так, если вы понимаете, что здесь написано, это еще не конец. Лёш, Мы пытались выжить. а можно я у тебя возьму водоросли и сок лианы? На ласты. Да бери, бери, мне ничего нет, это все нам. Все бери. Я хочу оставить это в каком-то таком месте, чтобы потом нашли. Все это случилось не из-за нас, но с вашей помощью я клянусь Богом, мы попробуем все исправить. Может, это типа Антарктида из-за них, что ли, растаяла? Не, ну получается, там же какая-то эта суть была, типа того, что в Антарктиде какие-то эти проводились, у нас что-то уплыло, что-то горело, блядь. Ну, мне просто ламину все читать, я половину здесь не понимаю. Вот, но я так понимаю, наверное, арктические льды растаяли из-за них, поэтому мы вот так вот, все, да, теперь плаваем. Получит сигнал действия, отследить. Установлен контакт. Малайский, Таригана, Бальбоа, он еще над водой, припасы в кладовой. Так, микросхема. Плот твой дом, ты крюк твой друг. Если плот сломался, почини. Если крюк потерялся, сделай новый. Тя-тя-тя-тя-тя, и ради бога, стерегайся акул. Мир пропал, но остались истории. Собери их как можно больше. Не ты первый, не ты последний. Не забудь отметить свой маршрут. Короче, нам надо на 8.006. Нам надо еще микросхему сделать. И сделать... этот. Сейчас. Скажу. Спринклер. Так. Он поливает сам посевы. На него батарейка нужна. Ну да. Ну это каждый раз батарейка. И для этого нам... Думаешь? Это электричество, наверное, надо провести. Просто. Вот электричество, если провести, будет шикарно, да. Но получается, у нас пока его нету. Это может, когда мы все точки проплывем, а точек здесь, я так подозреваю, что много. Потому что записи в дневнике только начали появляться, и здесь их может быть около десятка. Найденные предметы, нихера. Теперь мы плывем на 8.006, это... В принципе, в ту сторону. Плыть не близко. Окей. Окей. Зато есть стекло. Две штучки. Так, есть чертеж. Изучено. Налобный фонарь. Так. Я тут плавил. Продолжаем. Тут продолжаем. Пластика опять у нас, походу, нету. Так, а что надо на грядке? Гвозди, веревки и шарниры. Веревка тут во втором. Так. В маленьком. Так, шарниры. Ой, ёрт, подыхать начал. Шарниры в первом, веревка во втором, маленькие.
Что может быть лучше утренней рыбалки? Отстань. Блядь. Почему так смешно? О, правильно. Выпить на ней тоже святое. Да. И закусить. О, акула поплыла. Так, все. Лично что есть пожрать? О. Раз, два, три. Это обратно кладем. Отлично, сохранить мир. Что-то акула какая-то не в настроении проплыла. Шахера с подружкой вернулась. Скоро будет грызть плод. Так, а, ну да, мы же на месте стоим. Или нет? Ну, акула плавает, смотрю. А мы не знаем. Так, все, я поднял якорь. По идее, теперь мы плывем. Так, а еще эта сука здесь сожрала кусочек. Кусочек. Так, пластик, пластик, пластик. Есть пластик. Угу. О, я башмак вывалила. Музычка приятная. Угу. Так, да, надо будет вокруг якоря обстроить металлом потом. Что-то шторм начался. Так, вообще есть сетки, можно сетки поставить. Лёш. Mm-hmm. Блин. Чё? Мне нужен остров. Грызет, 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 грызет. Вот сука. Она, короче, по-моему, метит на якорь. То, что она уже здесь первый раз загрызла, и сейчас вот вторая попытка Лёш! Была. Что? Что? Видите, она вся стрёмная какая-то. Лёш, Лёш. Херак пырнет. Прицепила, да, удочкой. Да, засажу. Крючком. Чего? Остров нужен. Угу. К тебе акула плывет. В смысле, ко мне? Я на втором этаже сижу. А. Ну ладно. Если она ко мне приплывет, это уже будет арка, где там зависает. Так, правильно идем? Блядь, что-то у нас еще какие-то точки, кстати, появились необычные. Какая-то зеленая точка. 6, 7, 4. Вот если сейчас вот в ту сторону подняться. Ну да.
Ништяк. А ты что ты в горшке, в этом, в башмаке посадил, кстати? Тут земля что-то. Тихо, ничего не надо, я там цветочек посажу. Бля. Отстань. А еще в шторм нельзя рыбачить. У меня удочка убирается. Прикинь. Да я бы тут вообще на третьем этаже в шторм сидел бы. Опа, наебал. Опа, опять наебал. Эть, я на берегу. Так. Доски. Докси. Так. Ничего, железо наплавилось, отлично. Точняк. Пластик из соклями. Пластик из соклями. Сзади насос появился. Пластик из соклями. Да, спереди нету? Или мы уже... Ветер сменился. Ну-ка. А, ну мы приближаемся, кстати, к тому, что я хотел. Так, мне один пластик нужен. Нет у тебя? Есть, 8 штук. Сейчас положу в этот ящик, где ты... Да ко мне подойди. Да нет, я положу в шкафчик. А, все, не надо, у меня есть. Ну и все. Я сплавала за ним. Ни хрена себе, я тут вроде недалеко от пола. Так далеко. Так, ай! У меня мысля понаставить сеток и на них попробовать навешать металл. Попробуй. Вот здесь, вот этого края. Вон остров прям почти по курсу. А, нет, это луна. А, нет, есть и остров. Нихуя себе высокий. Ёпа-мать. Как-то, ну, как мы сейчас на него залезть будем, я не представляю, но вижу, два уже дерева точно там есть. Так, я так понимаю, это он у меня на радаре. Ну да. Да, это он. Окей, плывем к нему. Это этот, бля, а что там за дракон летает? Или это что за птица какая-то? Слушай, там какая-то гигантская, там какая-то гигантская птица летает над этим. А чё, лук делать, да? А у меня перьев нет, кстати, на стрел, по-моему. Так, от греха, чтобы не подвергать лодку риску, мне кажется, надо якорь бросить тут. Ты думаешь,
Я не знаю, что это за птица такая летает. Что это за гусь, блядь? Так, я расхламляюсь и на берег. Мне кажется, там много чего будет интересного. Так, сейчас новую пачку положу. Жарится. Так, сюда металл. Акула что-то грызет, да? Вроде нет. Кстати, так. Так. На абордаж! Поесть и попить нам надо было перед этим. Ладно, с деревьев что-нибудь ковырну. Я полна. Ну, у меня еда вроде половинка, а вот воды потихонечку идет к минусу. Ну ладно, какой-нибудь вот кокос, блядь, достану. Large landmass ahoy. Ahoy. Иди нахуй. Лёш. Что? Орёл к тебе спустился. Ништяк. Мне кажется, он акулу хочет. Я надеюсь на это. Красные ягоды нашел. Там кабан. Что? Кабан там есть. Вот ты прям к нему бежишь. Это, блядь, орел, какой кабан. Да, бля. Вот ты беги дальше и кабана увидишь. Да отстань ты со своим кабаном. Я вообще убивать буду, бля. Умри, сука. О, он за тобой, кстати. Нихуя он. Где? Ты не видишь, я кабана убиваю, бля. Где? Ты такой большой. Я в нем, походу, застрял, да? О, я его убил. Вот где кожу брать. Ага. У-ху! Я взял. Так, что с орлом делать? Что там выкидываешь уже? Я тебе кабана помогла. А это что, не добываемое? Олень! Бля, слушай, давай жить на этом острове, мне здесь строится. Здесь красиво. Тихо, барашка, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Блин, скакал, блядь. Сюда иди! А чё? А пида. Сюда подошёл, по понятиям. Лёша, помоги, блядь. Да чё я? О, козёл. Это, кстати, его ловить надо, чтобы приручить. Это же горный козёл, по-моему, можно это... с ними скарифаниться. Опа, почал. Вот этот. Ага. Так, я хотя бы не умираю уже. Тебе рыбы дать? Да не, я поел. Фруктики, овощи. Ну то у меня много с собой. Бля, красивый остров. Ну только одно интересно, как наверх залезть. Хыть. А, все, кажется, я начал понимать. Или нет? Ты хочешь наверх? Конечно. Там деревья видел. А орла ты там видел большого? Да, орел и вниз за нами спускался. Чихуль толку-то. Стой!